Джаз, классика, диско, бардовская песня и шансон. Шлягер – это всегда ностальгия. Местные артисты и зарубежные звезды снова встречаются на могилевских площадках, чтобы наладить творческие контакты и вместе подарить зрителю незабываемое шоу. О том, что этот фестиваль востребован, говорит о том, что он с 95-го года, и с каждым годом он все набирает обороты. У него палитра меняется, но люди ждут его с нетерпением, с удовольствием идут. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что в 95-м году, в ноябре месяце, президент нашей страны поддержал этот проект, и то, что он снискал себе заслуженную славу, это все-таки, наверное, заслуга тех людей, которые организовывают и которые выступают на этом фестивале. Звучат знаменитые аккорды, и вот международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер 2023» открыт. Свои поздравления по этому поводу гостям и участникам творческого форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова поздравления зачитал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич. Уверены, что соправдное свято мастерства подарит тысячам прихильников шмат теплых музычных вечеров и цікавых встреч. Жадаю фестивалю творчого долголетия, гостям и удельникам ярких уражений, счастья и добробыту. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Музыка, творчество и любовь к сцене объединяют звезд белорусской эстрады с исполнителями и музыкальными коллективами из других стран. В зале – аншлаг. На сцене соединение музыки в разных формах и стилях. Но общее есть. Это любимый мотив шлягера, который подпевают. Мы всегда рады очень приезжать в Могилев, замечательный город, замечательные люди, прекрасная атмосфера. И секрет, наверное, все-таки в замечательной, прекрасной белорусской земле. На фестивальной сцене белорусские артисты встретились с джазовыми коллегами из России. В таком составе выступают впервые. Этот симбиоз нашему зрителю по душе. Я джаз обожаю, везде, где я бываю, не только у нас, стараюсь всегда ходить на джаз. От теплого приема в Могилеве в восторге и итальянские артисты. Общий язык с коллегами нашли сразу, ведь музыка хорошо понятна всем. Мы хотим оставить о себе хорошее впечатление, вот, оставить свое сердце здесь, чтобы о нас хорошо говорили. В афише «Золотого шлягера» в этом году около десятка разножанровых концертных программ, такой разносторонний и родной. Музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» – это бренд Могилевщины.